Всем привет, дорогие зрители, с вами Сергей, это канал Mongoose Gaming. Сегодня хочу представить вам новую РП, ребята, по Farming Simulator 17 на карте Курай, ребята. Мы продолжаем играть на карте Курай и делать для вас годные РПшки, поэтому обязательно ставь лайкосик, подписывайся на канал и пиши свой царский коммент. Вот, играем сегодня с ребятами. Привет, ребята. Привет. Всем. Да, привет всем. Ты привет как-то тихо сказал, но это не важно, ладно. Все равно слушают меня, вас никто не смотрит. Ладно, я шучу, не обижайтесь. Смотрите, ребята, сегодня прям выпуск для вас, дорогие школьники, вам будет это интересно. Ну и студентам может быть тоже интересно. Да всем интересно, чё я лукавлю, господи, мне тоже интересно. Я делаю этот видосик, поэтому мне тоже интересно, ребята меня поддержали. А как вы думаете, что это за здание, ребята? Давайте сейчас я подожду чуть-чуть, вы свои предположения в комментариях напишите. Да, кстати, как у тебя дела? Рассказывай, как у тебя дела, как, кстати, у тебя там в школе, на работе, вообще, чё творится, чё новенького, вообще, чем занимаешься? Вот мы тут на Курае играем, новая версия вышла, реально, 1.5, клёвая. Так, ну чё, вы подумали уже, что это за здание? Я думаю, я достаточно намекнул вам в самом начале. Ладно, ребята, это школа. Это школа в Курае. И мы с ребятами придумали для вас такую вот РПшку. Смотрите, я... Директриса меня вызвала. Типа, вызвала я как тут... ну, типа, главы колхоза, что ли, такого. Ну, не сам председатель, но... Ну, не последний человек, как говорится, в деревне. Она меня вызвала, мол, почистите нам школу. А то у нас тоже все заметено. И им нужно почистить вот эту площадочку. Мы, в принципе, не отказали, да, почему бы школе не помочь, тут ничего такого нету. Но еще выбежали детки и такие школьники, и говорите, можете нам горку построить, а то мы хотим тут это, покататься, все-таки зима, да, пока, ну, уже заканчивается, конечно, уже начало весны, грубо говоря, но все равно снег пока лежит, ребята, и они хотят покататься на горке. И мы такие... Ну чё, в принципе, не проблема нам ее построить, построим такой небольшой кирпичный такой объектик, и туда будем снег скатывать, и сделаем им огромную горку, покатаемся, ребята, на санях, попробуем вообще с этой горочки. Так что, ребята, я на своей семерочке, на вашем любимом моде, кстати, да, я знаю, что вы любите этот мод, я тоже его обожаю. Прям внешне он реально круто смотрится. Я пробираюсь, ребята, да, вот такой он клевый, подрифтуем. Пробираюсь назад на базу. Мужики-то как раз там, помните, ребята, кто смотрел предыдущий выпуск, тот знает. Кто не смотрел, ребята, обязательно посмотрите, подсказка сейчас сверху вылезет. Вот, мы убирали снег, и как бы с этим мы закончили. То есть снег мы на базе убрали, вот эту часть, которую мы хотели. Около ворот, которые находятся, мы убрали. Так что, в принципе, я мужикам уже отзвонился, сказал им, что нам сегодня понадобится Т-170, К-700 и вот такой вот МТЗ-шка с выбросом, то есть снега. Так что давайте, я опять свою машину, кстати, здесь... Вот так мы, кстати, смотрите, как нормально расчистили, вообще круто. Здесь ее пока оставлю, сейчас заглушу. Ну что, здорово, мужики! Привет! Кто хочет сегодня поработать, как говорится... Я. Снежная горка, два человека. Ну что, давайте. Давайте. Берите, скорее всего, технику. Давайте, берите что-нибудь. А, я, наверное. Т-170 у нас самый медленный, да? Окей, давайте. Я погнал на МТЗ-шке тогда. МТЗ-шка у нас самая быстрая получается. Так, ну что, поперли. Поехали, так сказать. Так, а как он. А, вот он все поднял. Смотрите, ребята, что мы сейчас будем. Кстати, санки не купили. Детям. Надо было детям санки купить. Ну ладно. Попозже привезем им санки, после того, как горку построим. Так, ребята выезжают. Т-170, конечно, ну, подгонят. Мы его пока ждать не будем. Мы сейчас с К-700 так нормально там уже начнем расчищать. В принципе, Т-170 нам пока и не нужен будет, он будет потом сгребать все это дело. Ну, сейчас, ребята, все увидите. Пока лайкосик обязательно ставьте. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Хотя, как можно было еще не подписаться, да, ребят? Реально, как можно было не подписаться на такой замечательный канал? Да не, бред какой-то, наверное, уже все подписались. Так, ну что вы там? Едете? Все, это, К-700 и вижу. Где-то я здесь заезжал. Так, давайте по следам моим. Блин, а как
Классно, ребята, как вам МТЗ вот это? 10-25, вообще четкий. Прям так он круто смотрится. Прям и внутри так все четко вообще. Все. А, кстати, свет. Да, смотрите, все приборчики работают. Красота. Прям приятная. Вот это реально приятный мод. Так, ты... так, а кто у нас на К700-м? Антоха, ты, да? Я. Yeah. Так, это, Альберт, тогда ты найдешь, да, дорогу там? Не заблудишься? Все нормально? Но смотри, подожди, я проехал, подожди, назад. Вот где-то, где ты стоишь. Где ты стоишь, смотрите. Ребята, я вам здесь, зрители уже видели, ребята пока еще не знают, ну, мои, где это все находится, а зрители уже понимают, о чем речь. Смотрите, мы, наверное, поставим вот здесь горочку, вот здесь, и она пойдет вот таким вот спуском вот сюда. То есть, смотрите, вот снег мы здесь оставляем, вот эту тропинку мы сейчас будем оставлять. Сейчас я вот пока, смотри, вот здесь ковшом пройдись, где трактор, сейчас я оставлю, вот смотри. Сейчас я покажу вот здесь. Вот эту часть, смотри, вот здесь вот, где трактор, разгреби ровненько, прям в мою сторону, да-да-да, вот так. Опускай сейчас ковшик, не, подальше. Все, стоп, давай, опускай и ехай в сторону меня. Давай. Давай. Стоп. Все. И назад его отвози где-нибудь тут. Окуни, это, опусти его. Сейчас я попробую своим еще почистить. Тоже ребятам покажу. Так, Т-170 подъезжает, да? Все, сейчас, подожди. Главное, ребята, не косичните, чтобы мы не запороли эту, как его, горку. В смысле того... Что мы бы не испортили вот это. Ну, после того, как с горки съехал, они же тоже в снегу должны быть, правильно? Так, сейчас, ребята, мы расчистим небольшую вот эту площадочку под объект, так сказать. Чтобы я смог сюда поставить объект вот этот из стену, который я вам говорил. Сейчас посмотрим, ребят, сейчас мы ее сюда впихнем. Так, заходим в объект, вот она. Можно двойную было горку поставить, можно такую. Так, надеюсь, она поставится. Наверное, маловато. Да, скорее всего, маловато. Еще надо чистить. Блин, ну я надеюсь, что она поставится. Это будет вообще фиаско, если она не сможет. Сейчас вот здесь еще прочистим тогда. Сейчас, ребята, я почистил. Вы поймете, в смысле, куда вам что будет сгребать. Надо ее подлиннее сделать. А тебе ширины хватает? Ширина вроде хватает, да. Вот не хватает длины, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Сейчас я еще раз примерю. Она, видите, ребята, она просто не ставится, если есть снег. Поэтому мне приходится вот... И вот этот, кстати, объект, ну вот этот модик, вот этот, который снег кидает, реально он очень подходит к этому делу. С ним будет легко. С ним будет легко закидывать снегом это все. Потому что... Так, давайте пробуем. Пробую ты ставить. Там оставлен, надо снег. Да я думаю, это не помешает. Сейчас будем пробовать. Так. Можешь ковшом, да, забрать. Почему-то не получается. Слушай, что-то реально не получается его сюда поставить. Я не знаю. Может быть, здесь криво. Или что-то еще. Может попробовать в сторону горки расчистить? Ой, в сторону школы побольше. Давайте попробуем. В сторону школы можете расчищать, кстати. Да, вам все равно здесь чистить, поэтому давайте. Расчищаем здесь так и так. То есть здесь прям в школу до входа прям вообще чистим. Так, вот мусор какой-то, видишь, еще. Давайте. Сгребай Т-170 прям туда. Опускай его и сгребай. Слишком низко не опускай, чтобы не пробуксовывать. Все, а я скину в другую сторону тогда. Блин, надеюсь, получится поставить, потому что... Ну, если что, придется в другое место им горку ставить. Конечно, хотелось бы, чтобы детишки были около школы. Так будет, наверное, как-то безопаснее, что ли. Будет правильно. Да, будет правильно. Сейчас попробуем еще, подожди, ты давай в другую сторону. Сейчас я освобожу здесь. Там вход, главное, расчистить им тоже, чтобы все нормально было. Так, ну что, пробую. Пробую, ребята. Пробуем ставить, блин.
Ну хоть бы ты поставился. Почему он все равно красным? Может быть это из-за дороги, я не знаю. Хотя вот, неужели я на дороге не смогу поставить? Что за странность такая? Так, ну вот ладно, вы все равно пока школу расчищаете, так и так это нужно будет сделать. Угу, будем искать тогда местечко. Непонятно. А вот здесь вам получится горку поставить? О, а здесь, кстати, получается. Слушайте, но... Сейчас посмотрим, где-то вот тут у меня промелькнуло, что можно зеленым ее поставить. Если что, мы арендуем тогда, так сказать. Я думаю, владелец булочной пекарни будет не против, что мы у него здесь горочку поставим. Так, блин, где-то здесь проскочило зелененьким. Эх. Ладно, а вот. Давай. Где-то вот здесь прям проскакивает. Вот, все, я нашел. Я нашел это дело. Слушай, ну в принципе, они все равно под присмотром будут, да? Я думаю, нормально. Ну, да, вот она, вот сюда поставлю. Сейчас пойду посмотрю, что там, как. Вон, видите, я поставил туда рядом с машиной. О, здесь даже им еще круче будет. Они, в принципе, будут не на дорогу скатываться, а сюда. Ой, здесь, смотрите, здесь как с этими, с подъемами, со спусками будет. Вообще крутяк. Прям вообще сразу спуск будет. Нормально. Тут они подпрыгнут. Вообще красота будет. Так, школу Т-170 пока расчищай, наверное. Давай. Ты пока расчищай, скорее всего. К-700 мне пригодится. Все, им здесь ну, в принципе, уже практически расчистили. Еще чуть-чуть, я думаю, остается. Так, поехали. Антоха. Пусть Альберт здесь пока это. Ты, главное, ковш приподними, чтобы не испортить здесь снег. А, сейчас я буду... Вот мне сейчас надо как-то сделать... Я сейчас сделаю, знаете что? Я сделаю проходку, чтобы линия была ровная, чтобы вы понимали, допустим, где снег нельзя брать. То есть я линию сделаю, чтобы вы поняли. Так. И вози просто, да, ты вот набрал ковш, вези его сюда. То есть нам это да, эту фигню нам надо полностью забить, чтобы она была снегом. Прям забираешь, а я пока что сделаю вот такой вот маневр, так сказать. Сейчас я включу и буду выкидывать его сюда. Все, вот так вот. И поеду. Ага, что ты не выкидываешь? Все, пошло дело. Все, я вот сейчас ровненько так проделаю, чтобы вы поняли, куда снег, ну, откуда снег нельзя брать. После этой линии снег можно забирать, потому что здесь мы четко делаем, чтобы ребята смогли кататься. Тоже санки возьмем, проверим, как вообще скатимся. Тут потому что реально прикольно сделано. Здесь такая горочка будет. Да нет, ты, наверное, далеко уже возишь. А далеко это слишком. Вот с этой стороны можешь везде снег убирать. Вот с этой стороны. Так. Сейчас с другой стороны отмечу, чтобы знали. Все. Здесь есть. Так, здесь я ротор отключаю пока что. И от Т-170 ты можешь сгребать прям, Альберт, прям можешь сгребать к этой горке. Но до линии, вот эту часть, как бы, ребята, ее не трогаем. Эту часть не трогаем, потому что эту часть мне нужно здесь как бы на... Ой, зря я, наверное, сюда снег сделал, потому что если на санках кататься... Отобью себе пятую точку. Да-да-да, пятую точку отобьют дети. Ну ничего, если что, подровняем. А, подожди, подожди, вот я сейчас, видишь, линию делаю. То есть ты можешь ее, в принципе, к началу сгребать, потому что я там перекидаю своим ротором. То есть к началу можешь сгребать. Ну все, вот по этой линии примерно за нее не заходить. Я тут прям так, наверное, строго, да, сейчас. Ребята, вы пока ставьте лайкосик, пока мы тут делаем горку для ребят. Чтобы они, так сказать, покатались, порадовались.
последним зимним денькам в этом году. А, не, подожди, в этом году же еще одна зима будет. Это наоборот, это зима же прошлого года получается. Все, а я сейчас вот сюда буду накидывать. Вон, смотри, как он четко накидывает. Отлично, он даже через забор кидает, я так понимаю. Ага. Все, вы сюда, только лучше с другой, наверное, стороны. Потому что мне здесь неудобно, здесь подъем. Все, с другой стороны лучше подгребай. Я не могу, здесь подъемчик. Здесь он как-то плохо все это дело забирает. Ой-ой-ой. А что, так далеко не кидает, что ли? О, давай-давай-давай, прям туда. Слушай, наверное, нам знаешь, что надо было бы? Что? Наверное, нам надо было... Два, наверное, лучше К-700 бы взять на это дело. Было бы... Ой-ой-ой, я тут... Ой, ребята, я, короче, знаешь, что? Я немножко там косичнул и... Все. А, не, нормально. Надо больше снега сгребать сюда. Реально, надо прям больше снега. Прям много-много. Ты далеко отъезжаешь, наверное. Да, надо как-то... Нормально. Да? Надо, чтобы прям горка получилась. То есть прям туда снег забивать. Прям утрамбовывать его дальше. Прям дальше. Ты на Т-170 прям можешь в него заезжать, наверное, вовнутрь. Попробуй заехать. Ты здесь поместишься. Ничего себе. Давай. Ты что, застрял? Да. Назад, а назад? Назад поеду. А зачем тебе вперед? А ты можешь отсюда снег? Доехать. Давай, опускай ковш. Опускай его. Опускай и толкай. Все, давай, толкай. Во, давай его туда прям. Хорош, все, больше не надо. Ага. Все, и вот так вот собирай, знаешь, прям можешь расталкивать со сторон, вот так вот. С разных сторон расталкивай сюда. Блин, может мне тоже какой-то подгребсти сюда? Надо санки, наверное. Слушай, я пока знаешь, что сделаю, ребят? Вы пока здесь тусуете, а я, наверное, за санками сгоняю. Так, ребята, значит, пока наши работнички там все это делают, мы с вами поедем. Ой, нифига себе я тут. Мы с вами поедем за санками. Сейчас, блин, а я не знаю, у меня фаркоп... А, да, фаркоп есть, все нормально. На семере фаркоп есть. Поехали, ребята. Санки уже куплены в магазине. Нам просто их прицепить. Кстати, жалко, я сейчас никого с собой не взял. Можно было бы кого-нибудь прокатить. Ну ладно, я их еще покатаю около горки, если они там свою работу выполнят. Смотрите, да. Ты в нас не веришь? Не, я верю. Ну смотрите, прям делайте, чтобы прям так скатик получился. Но там немного, в принципе, снега надо. Я думаю, вам все это дело хватит. А я пока смотаюсь, ребята, в магазинчик и заберу эти санки. Санки, кстати, прикольные, ребятам в детворе, я думаю, самое оно будет. Вот я не помню, мне куда сейчас, налево, да, вроде? Да, вроде, да, все, налево, сейчас на трассу выезжаем, там магазинчик будет. Так, ребята, меняю вам вид от третьего лица, делаю, потому что я знаю, как вы любите эту семерочку, вот так вот еще вид такой у нас вообще четко. Главное, чтобы меня здесь вот уже начало колбасить, блин. Главное, чтобы не занесло. Вообще, давайте, ребята, нагрузим багажник лайков. Прям нагрузим багажник лайкосиков, чтобы эту семерочку не занесло. Хотя сейчас они наоборот, они хотят, чтобы ее занесло. Они точно хотят, чтобы ее занесло. Так, у нас опасный поворот налево. Что здесь с озером? Помните, я говорил на предыдущем ролике, что есть озеро, которое замерзло. И вот где-то оно здесь, ребят. Вот оно, наверное, должно быть. Сейчас посмотрим, что с этим озером стало. Да, оно, ребята, вроде как реально замерзло. Вот, очень круто. Там что-то рыбак стоит. Надо попробовать на нем это покататься на коньках. Посмотрим, что-нибудь придумаем. Я не знаю пока, как это реализовать, ребята, в плане фермы, но постараемся что-нибудь придумать, что-нибудь, если получится. Так, ребята, вот он, ух ты, магазинчик. Кстати, здесь кто-то еще закупил МАЗ себе или ЯС старый. Вот они, наши санки, ребята, вот саночки. Давайте их сейчас
на фаркопчик зацепим. Как у вас там, ребята, дела на фронте? Потихоньку. Нормально там? Да, все нормально. Преобразуется хоть горочка-то уже, становится. Ладно, ладно. Все, ребята, слушай, вы бы сейчас видели это дело, как я санки прицепил. Так, ребята, сейчас мы тогда приедем в сторону, ну, как приедем в школу, посмотрим. Ребята там, наверное, уже закончат, ну, или, по крайней мере, уже, я думаю, там недолго было, тем более с такой техникой было, ну, горку эту построить. Поэтому, ребята, я мчу на всех поршнях, так сказать, санки сзади летают. Блин, как же они летают. И какая же все-таки, ребята, красивая карта Курай, да? Вот напишите в комментариях, ребята, нравится ли вам Курай тоже. Так же, как и мне. Кайфуете ли вы от этой карты? Вот я прям вообще... Такая она живая, такая она реально крутая. Столько прям объектов здесь, которых можно взаимодействовать. И все это сделать клевые видосики для вас. Поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. И приятного, кстати, вам просмотра. Еще хотел пожелать всем приятного аппетита. А то иногда знаю, что очень многие кушают, когда смотрят видосики. Я лечу, ребята. Давайте сделаю даже вид от первого лица. Мне, может быть, так попроще будет хоть не улететь. Все, мы докураем. 400 метров остается. Сейчас проедем знаменитую нашу стеллу. Здесь уже что-то плохо почищено, кстати. Там пошире была дорога. Все, въехали в Курай. Вот они. О, помните, мы здесь Михалыча забирали. Что-то я тут чуть не улетаю, блин. Может, это санки, скорее всего. Санки мешают. Так, ну мы там школу тоже почистили, да, ребят? Вроде как. Ну да. Школу почистили сейчас. Что там с горкой? Как обстоят дела? Последняя информация с фронта. Почти готово. Отлично. Если почти готово, это отлично. Сейчас я уже подъезжаю. Мне бы главное не проехать только вас. А я, походу, проехал, да? Проехал? А где ты? Блин. В смысле? Ты проехал. А, ну это я говорю, я проехал. Потому что я же это отключил. Вы мне надо было координировать меня. Так, сейчас посмотрим, что у них там. С этой стороны мы заезжать не будем. У нас все-таки там натоптано, так сказать, да? Или клея сделана где-то здесь. Блин, а где клея-то? Я что-то не понял. Где заезд? Я не налево. А, все, нашел. Фига себе, я тут проехал. Я вообще вас пропустил. Как это я так мимо-то? А, я здесь налево ушел. Скорее всего, да нет, что-то я не понял, как я вас пропустил, ну да ладно. Так, смотрите, ребята, санки я подогнал. Сейчас посмотрим, что они тут наделали. Так, техника работает, все. О, слушай, ну прикольно получилось. И тут так. Ну что, ребята, санки готовы? Что, опробуем? Чтоб детишкам-то сразу не дадим. Так, давайте, разгоняйте. Давай. Немножко технику. Разгоняемся маленько. Да. Пятые точки разомнем. Так, давайте я семерку глушу. Вы, наверное, технику тоже приглушите. Или пусть она стоит край. А, там подцепить надо. Так, смотрите. Санки отцепил я. Вот такие вот у нас сани. Кстати, а чё они не едут-то? Подожди. А, не-не-не, все. Ого! Слушай, а можно сесть еще кому-нибудь? Вдвоем нельзя? Не, не получается? Нельзя. Слушай, а можно санки к санкам, наверное, сделать? Блин, я что-то не пойму, слушай. Они что-то не едут? Их надо как-то закатывать туда. Подожди, сейчас я семерочку подгоню. Садись пока, да-да-да. Садись. Вас неожиданно трое стало. А! Чуть-чуть не наехал на тебя. Так, сейчас я прицеплюсь. Семерочка тут вообще выписывает пируэта. Мне нравится такой старт, у нее пробуксовка заднего, это, заднего этого такого. Так, давай, сейчас я тебя завезу. Блин. Как ты туда завезешь? А вот интересно, слушай, семера туда подымется? Нифига. А попробуй, ну-ка, дай-ка, попробуй сам сейчас проехать. Ай. Давай, попробуй заедь. Ну, не едет? А назад? Назад ну, чуть скатись. Да. Ага, что, вперед? Давай. Я вперед не едет, да? А если, ну-ка, сейчас я тебя задним ходом. Назад сейчас будешь давать. Давай. Давай. Неаккуратненько. Ну-ка, дай попробую, дай сяду. Чё-то он тут, слушай, он как-то...
Надо их закинуть все-таки туда, это прям дело чести. Дело чести их завести туда. Сейчас, садись. Садись. Кто-нибудь садись. Михалыч или кто-нибудь садитесь давай. А, нельзя сесть, да, сейчас? Не, а можно, все. Эх, да блин, неужели не получится? Можешь их это К-700 туда закинуть? Я давай, давай, Михалышка. Давай, Михалыш, К-700 подгоняй. Да елки-палки. Головой об стену, спасибо. Нормально, тебе не привыкать. Завтра бутылку выжрешь и все нормально будет. А, ну да. Давай, сдавай, сдавай, попробуй назад. О, блин, хрена себе. Пробили как. Давай его ковшом. Да чё ты убиваешь мою семеру? Давай, пробуй. Давай. Давай, 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 опускай его. Чё, получается, нет? Ну-ка, может туда их просто... Подожди. Сейчас я ровно заеду вот так вот. Опускай его. Ровненько делай с землей, ага. Пробую как-нибудь загибать его сейчас. Давай, давай, давай. Да ёлки-палки. Не, он его, наверное, не видит. А если задом? Тут надо какой-нибудь погрузчик. Блин, застрял. Во, пробуй. Сейчас упрется, давай. Слезу, ну нафиг, это убьет еще. Не, ниже, ниже, ниже эти, ниже, ниже. Давай. Вот, все. Хорош, поднял, давай. Подня... Главное не косичнить сейчас. Главное не косичнуть. Давай с этой стороны, потому что здесь пригоры, тебе попроще будет. И наверх. Я надеюсь на тебя. Давай, 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 давай. Вся надежда на тебя. Ты просто их опускай, я съеду с них. Ровненько сделай мне площадочку, я съеду. Это будет первый спуск с горы Farming Simulator 17. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Сейчас. Ага, подожди, подожди. Так, ты отойди, ты же мешаешься. Отъезжай чуть-чуть назад, отъезжай. Блин, он вместе с ним. Давай, давай, пошел вроде. По чуть-чуть, по чуть. Перекинь этот ковшик. Вверх его. Во! Во! Блин, он все равно стоит. Толкай меня, толкай, толкай. Выше, выше ковш, выше ковш. Толкаем, станет ехать. Да ё-моё, он все равно здесь не едет. Ай, обидно, обидно. Неужели не получится, слушай. Он не едет, да? Как же нам его отсюда спустить-то, а? Дай попробую. Ну, хоть бы он поехал, а? Еще, еще. Как-нибудь вверх-вниз. Уголком как-нибудь. Блин, можешь экскаватор какой-нибудь подогнать? И дрон-батон. Кран еще возьми подогнать. Ну не, ну я не знаю. Вот, вот это. Да, вот так, вот так. Все, все, все. Давай, давай, давай. Давай, давай. Отлично! Отлично, еще! Сейчас поедет. Блин, я не пойму. Ты это... Все, отлично, поехал. Ну! Ну! Он вроде как поехал, а вроде и нет. Давай с той стороны подъезжай. Вот это, вот это... Слушай, вот это у нас затея получилась. Блин. Непонятно, это вот эти веревки мешают или чё? Надо было экскаватором подтолкнуть. Пробуй это, МТЗ-шку сюда. Поехал! Видишь, по чуть-чуть. Пробуй МТЗ-шку сюда. МТЗ-шку давай задним ходом сюда. Сейчас цепанемся к ней. Он по чуть-чуть-то едет. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Не, она должна выше подняться, во. Давай, давай. Еще надо, блин. Что-нибудь надо такое. А. Слушай, а может К-700 сюда загони? Попробуй на К... Давай, давай, на К-700 заехать сюда. Он застрял на заезде на этом. Не, семеро точно не заедет. Объезжай. Блин, давай, давай. Нам надо делать... Не, ну семеро навряд ли. Хотя, слушай, едет. Блин, чуть-чуть. Вообще просто чуть-чуть.
О, вот это пот. Вот это вообще пот. Потеем просто, ребята. Может, не затолкать ее туда? А может быть, да-да-да, к 700-м можно толкануть, точно. Давай ее фигачь сюда, если она коллизионная. Я не помню вроде ее. Только аккуратно с ковшом, чтобы не загребсти снег. Давай, 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 давай. А ты пробуй цеплять. О, господи. Не-не-не, съезжай. Да, все, не... Давай, и семеру убирай отсюда. Убирай семеру. Убирай семеру. Семеру убирай. Все, убирай, давай, К-700 сейчас заедет. Давай, на К-700 заезжай сюда. Может, ты заехал на машину, не знаю, что я взял на горку. Практически получилось. Ну, реально, вот, чуть-чуть прям толкануть бы их, и все нормально было бы. Надо вторые был сани еще сюда. Нет, К-700, зачем трактором? Ты же не заезжаешь на нем. К-700 специально. А давай, с разгончику, давай. У него сзади прицепной есть. Давай, 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 давай. Не, надо с разгону, брат. Надо с разгону, так ты не заедешь. Ну, нормально же, давай, назад. Давай, давай, прям сразу Q нажимаешь, обцеплять. Да ёпонский. Не то это валилось. Ладно, давай ковшом пробуй меня. Как-нибудь ковшом зацепить. Ну хватит кузей, ты его затолкаем носом. Или давай этот трактор толкай. Пробуй трактор тогда толкать. Только ты неправильно на торг заехал, потому что... О, все, точно. О, я поехал! Все, отходи, вы выходите. Ребята, я поехал. Все, вот она. Свершилось, ребята. Поехали на санках с горки, наконец-то. Так, а вы давайте там делать фееричные фотографии. Я поехал, ребята. Да блин! Да ну, нереально. Нереально. Давай семерку. Он вроде тронулся и стоит. А, не, поехали. Ну! Не, они, видимо, не предназначены для этого. Подгоняйте семеру. Они, короче, реально не едут. А потом, когда вниз спустите, резко, короче, отцепляйте. Резко отцепляйте. Семеру, если что, трактором дотолкаешь. Давай, с разгону. Давай, давай, давай. Ну, ё-моё, что там случилось такое? Слушай, они поехали! Они поехали! Они поехали! Я смог это сделать! Я поехал! Чё такая скорость маленькая? Реально съехал так слабо? Отлично! Но я съехал, ладно, скорость была реально маленькая. Ребята, мы сделали это! Я думаю, это заслуживает лайкосика, да? Ребята, ну согласитесь, тут вообще горе, море лайков должно быть, просто море лайков. Ребята, мы так ща потели. Мы заставили все-таки эти санки съехать с этой чертовой горы. Клево, конечно, пота зрелище тут, блин, вообще жесть просто. Это было круто, ребята. Это было круто. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, ребят, кто участвовал. Было реально нормально сделали. Вот такой вот получился у нас РПшечка сегодня, ребята. Ставь лайкосик, подписывайся на канал. Не скучай, не болей. Пока-пока.